Canon EF135mm f/2 LUSM – это второй по легендарности после EF85mm f/1.2 портретный объектив в линейке Canon. Благодаря большому фокусному расстоянию он позволяет получать портретные снимки без перспективных искажений, а высокая светосила обеспечивает сильное размытие фона. Характер размытия здесь типично портретный, боке мягкое, не отвлекающее внимание, без двоений и с идеально круглыми бликами. Такие снимки приятны глазу, они смотрятся дорого и качественно. Но сфера применения объектива не ограничивается только портретной съемкой. Canon EF135mm f/2 LUSM может похвастаться отличной резкостью уже на открытой диафрагме. Это позволяет применять его для съемки репортажа, в том числе с недостаточной освещенностью. За фокусировку здесь отвечает USM-привод, быстрый и бесшумный. В классе портретных объективов Canon EF135mm f/2 LUSM обладает одной из самых высоких скоростей фокусировки. Как и многие другие модели L-серии, этот объектив имеет пыли и влагозащиту, так что снимать можно в любых, даже самых неблагоблагоприятных условиях. Canon EF135mm f/2 LUSM создавался для полнокадровых фотоаппаратов, и именно с ними он раскрывается на все 100%. Если вы снимаете на камеру с матрицей APS-C, то вам придется слишком далеко отходить от модели в случае съемки портрета. В помещениях это не всегда возможно. Об этой особенности нужно помнить. Если же вы снимаете на полный кадр, то этот объектив способен стать вашим самым совершенным творческим инструментом. Пластика, красота рисунка, объем – все это он может подарить фотографу. CityLink. Дискаунтер – значит дешевле.